Всем привет! Сегодня 26 апреля. Начинают зацветать яблоки. Сорт Gold Rush прекрасно лежит. У меня его в этом году немножко было. Но вот они все долежали. С этого периода его можно уже кушать. Он уже набрал сахар, аромат. Очень вкусное яблоко, очень долго хранится. Поражается чуть-чуть мучнистой росой, паршой вообще не поражается. Яблоко может входить в периодичность. У меня было в позатом году 22,5 кг яблок, а в том году было яблок 15 всего лишь. То есть, ну вот так. Его надо нормировать. Потому что не будете нормировать, будет через год плодоносить. А так в целом яблоко, сорт очень хороший. То есть сейчас уже у меня в подвале ничего не осталось, только вот этот сорт. Сорт прекрасный. То есть он сочный, ароматный. Вес плодов у него и 180, и 200, и 220, и 250, и до 300 грамм. Вот, и даже у меня были в первый год плодоношения до 350 грамм некоторые плоды. Не все, но некоторые были. То есть я важил самые большие ради интереса. Вот попробуем, какое оно. Мякоть какая у него. Вот такого цвета оно. Золотого, золотистого. Вот получается. У него вот эта вот характерная особенность. На солнце с подпалом, но оно не гниет, ничего на вкус, ни на мякоть белое, ни на что не влияет. То есть вот они на солнце, на сильном солнце, вот с таким подпалом. То есть они зеленые осенью, сейчас они пожелтели, вот такой же самый характерный подпал. Не на всех яблоках, вот даже трещина была с осени от избытка влаги, и все равно оно не гниет. Вот, оно видно, не гниет. То есть, ну это на дереве получается из 20 килограмм, как у меня в позатом году было, то может быть таких яблок 10, 15, 20 было. А то все вот такого плана. Все вот такого вот. Вот они. То есть, ну, без подпала. Там некоторые, не все яблоки с таким подпалом характерным. То есть, вот это вот яблоко важит до 300 грамм. Сейчас вот включу весы. Посмотрим. Какой у нее вес? 281 грамм яблока Gold Rush. Есть, это самое большое. Вот есть 250, да, 240 грамм. Помельче, тоже характерный подпал, он показывал. 187 грамм. Самые маленькие. 156 грамм, самый маленький. Но я думаю, они будут храниться очень долго. То есть это только-только начальная получается стадия его потребления. Потому что до этого момента, до конца апреля, оно невкусное. Оно очень твердое, можно зубы поломать. Сладости нету, аромата нету. А вот сейчас, вот, грубо с мая месяца, конец апреля, как раз яблоко очень вкусное, хорошее, сочное. Тоже твердое, но не мягкое, не рыхлое. Вот сейчас покушу, попробую. Какое оно. Сочное. Вот мне оно напоминает чем-то привкус груша дюшес. У нас дюшес растет, старый сорт. Не копия, ну отдаленно вот похож. Привкус вот. Сладкая, с кислинкой, сочная, с ароматом. Аромат вот ничем не спутаешь этого яблока. Класс. Супер. Короче, у кого есть где хранить подвалы, то обязательно возьмите себе этот сорт, приобретите. Вы останетесь довольны. Потому что у кого на балконах, он вряд ли долежит до этого времени в тепле. То есть ему все равно надо, чтобы в подвале было плюс 1, плюс 2, плюс 3. То есть у меня сейчас в подвале получается вот градусник 97%, 10 раз тепла.
Это конец апреля. Конец апреля. То есть, ну, если при такой температуре он будет лежать при плюс 10, при плюс 6, то он не долежит. У меня вот он лежит, в том году долежал до 18 или 19 июня. Все поели. То есть он бы еще лежал бы, он не ватный никакой. Он бы еще лежал, просто что все похряцали. Так что вот такой сорт. Спасибо всем за внимание. Пока.